Здравствуйте, меня зовут Люси, а это Виктория. И у нас снова мастер-класс. На сегодняшнем занятии мастер-класс будет вести моя ученица со студии современного танца Непоседы. Я вас уже знакомила, Виктория. Она будет вести разбор движений в стиле джаз-фанк и хип-хоп. Поехали! Сейчас моя ученица будет показывать медленно, а я буду считать. И раз, два, три, четыре. Правая нога у нас стоит в стороне на носочке. Правое плечо у нас уходит в правую сторону. И раз, два, три, четыре. Еще раз. И раз, два, три, четыре. Молодцы. И раз, два, три, четыре. Еще раз. И раз, два, три, четыре. У нас ручка левая идет на плечо, на правое плечо. Правая ручка идет на левое бедро. Ножки у нас на носочках мы делаем в сторону вправо-влево. И раз, два, и раз, и два. Еще раз, раз, два. Молодцы. Следующее движение у нас посложнее, поэтому смотрите внимательно. И раз, два, три, четыре. Еще раз. И раз, два, три, четыре. Разворачиваемся в правую сторону с прыжком. Раз, два, три, четыре. Еще раз с прыжком. И раз, наклон. Следующее. Ручку. И точку поставили. Крутим ручкой. И раз, два. Еще раз полностью вместе с ручкой. И раз, два, три, четыре, пять, шесть. Молодцы. Сейчас мы, то есть моя ученица Виктория, станцует эти три движения вместе. Без музыки пока. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два. Теперь она станцует без счета моего сама. Молодцы! Надеюсь, вы успели и смогли все повторить. Спасибо, до следующей встречи!